Здравствуйте, меня зовут Буката Аня. Сегодня у меня для вас финальный видеоролик об изготовлении тумбы под зеркало. Из листа фанеры вырезаю заднюю стенку тумбы. Толщина фанеры 1 сантиметр. Я думаю, для жесткости конструкции этого будет достаточно. Теперь фрезерую четверть в задней части тумбы. Делаю это в несколько проходов, постепенно опуская фрезу. Теперь я буду крепить столешницу. Для начала сверлю отверстие под шканты. Применяю кондуктор для присадки шкантов Андрея Глазкова. Ссылка на его канал будет в описании под видео. В просверленные отверстия вставляю перекладные центры. Прикладываю столешницу и легонько пристукиваю резиновым молотком. А в местах, где отпечатались перекладные центры, сверлю отверстия. Смазываю клеем ПВА. И забиваю шканты. Теперь устанавливаю заднюю стенку. Приступаю к изготовлению ножек. Нашла подходящий брусок с сечением 80 на 80 мм. Пропускаю его через рейсмус. Трещинки шпаклюю. После высыхания шпаклевки шлифую. И облицовываю шпоном красного дерева.
Теперь от заготовки отрезаю 4 одинаковых кусочка длиной 10 сантиметров. Такой высоты будут ножки моей тумбы. Устанавливаю фрезу и буду делать ножки красивыми. Этой же фрезой снимаю фасочки. Насмотревшись канал Столяра Петровича, решила получить и свой первый опыт в работе на токарном станке. Сейчас я буду точить заготовку для больших шкантов. Скажу честно, было мне немножко страшненько, не очень быстро, но я все же выточила свою первую детальку на токарном станке. При помощи сверлильного станка буду в ножках сверлить отверстия. Наконец-то пришло время прикрепить ножки к тумбе. Использовать буду пурклей, потому что мои шкантики получились немного уже, чем нужно было.
Столака решила все же покрыть тумбу маслом от Wooden Studio. Это подарок мне от Дмитрия Довженко. Ура! Тумба готова! Большое всем спасибо за просмотр. До свидания.